Дело в том, что она вам могла взять и сказать: странно, что он обратил на тебя внимание. Ему всегда нравились патологически худые женщины, модельной внешности. И что он в тебе нашел? То есть она просто вела себя по отношению к вам по-хамски. Я другого не могу определения найти. Да? А вы жаловались своему парню? Я не тот человек, который будет жаловаться. Послушайте, вы не тот человек, который выясняет отношения, тот человек, который будет жаловаться. А какой вы человек? Я Я делаю искренне. глупые, потому что нужно говорить своему молодому человеку, нужно разговаривать. Если вас обижают, даже если это мать вашего возлюбленного, нужно говорить: вы причиняете мне боль, я не заслуживаю этого. Если правда, я не так помыла посуду, я с удовольствием перемою, но, пожалуйста, говорите со мной уважительно. Ну, как-то нужно, ребят, за себя защищать. И вот когда вам все это надоело, вы решили от него уйти. Не совсем так. Я решила уйти не потому, что мне все это надоело, а потому что я поняла, что человек меня не любит. Даш, скажите мне, пожалуйста, вот я вся из комплексов и фобий, вся абсолютно. Ну, в моей профессии это мне скорее помогает. А вам? Вот у вас есть какие-то комплексы, которые вам мешают жить? Да. Какие? Мне кажется, что я не умею себя оценить по достоинству. Угу. Не умеете ценить себя по достоинству. То Но есть, этому можно научиться. Да, да. это нам мужчины только повышают или занижают нашу самооценку. Не, ну мне кажется, не. Не совсем открыто, как себя подает на самом деле. Мягко стелет называется. Да, вот. Все будет по ее, упрямая у нее Это такое, очевидно. она упрямая, видно, считывается все. Что вы скажете? Не знаю, мне не понравилось. Почему? Не его это человек, не его типаж девушки. В характере что-то насторожило? Как-то, не знаю, получилось у нее в предыдущих отношениях. А вы что думаете, что было миллион предложений пожить, повстречаться? Девчонкам трудно сегодня найти себе молодого человека? Очень трудно. Не каждый позовет пожить. Ну, на самом деле, Попался подонок, неизвестно наркоман. тоже, с какой целью она за него зацепилась именно за такого. Понятно? Другого не было. Другого не Вот. было. А А годы почему? идут. Вот. Почему? Вам еще раз сказать? Нет, Потому что я прикус понял. нужно менять. Не расстраивайся. Можно к вам? Можно к Дашке подсяду? Дашень, что так? Ну, Мазат, чего? Слезы? Почему? Скажи мне, пожалуйста, что такое? Ну, расскажи, посмотри на меня. Почему плачем? Боишься, брекеты стоят, больно будет. Всем больно, все носили. Нет, я просто считаю, что это моя изюминка. Я носила пластинки в детстве. Да нифига это никакая не изюминка. Как не изюминка, мой лишний вес. Послушай, вот я такой жиртрез, понимаешь, моя изюминка, все худые, а я буду ходить такой. Нет, это наша распущенность, наша лень. Недостатки нужно исправлять. Сегодня медицина способна на все. Я не то, что не хотела тебя обидеть. Ну что ты, дорогая, наоборот. Потом еще спасибо скажешь. Хорошо? Парням нравится. Характер нравится. Все, много вопросов, но пойду послушаю, что они еще говорят. Ладно? Хорошо. Перестань. А вы запомните, я не буду сейчас говорить: ой, простите меня, пожалуйста, я допустила бестактность. Я ей более скажу. Нет, с этим все хорошо. Про вот это тоже скажу. Хорошо? Посмотри, какая фигура. Надо все исправлять. Пока. И харе слезы лить.